конечно, может и завтра сказать: все, я готов. И бывает, что судьи как бы по большим делам сидят и 3 недели, и 4 недели совещательно. Касательно доказательств стороны обвинения, мы так и не услышали, и не увидели. Преступление было выдумано. Он прекрасно опровергал эти надуманные доводы, приводил как бы доказательства. Я считаю вообще, что на самом деле следствие, прокуратура покусились на то, чтобы загубить очень ценные кадры для страны. И вот то, что вышло в суде, и то, что показал особенно подсудимый Абишев, то, что они делали все эти годы, находясь на госслужбе, какие они достигли результаты, что они изменили, как...